Друзья, всем огромный привет! У нас сегодня выходной, и я для своей семьи решил приготовить очень вкусное блюдо и им поделиться с вами. Сегодня у нас будет курица, фаршированная сыром, к ней будет вкусный соус из зелени, и также приготовим закуску лаваши на костре с очень вкусной начинкой. Начинаем, друзья! Итак, сегодня у нас вот такая курочка весом 1,5 килограмма. Для начала снимаем с нее лишнюю кожу. Также отрезаем ненужную нам железу. И теперь нам нужно ее разрезать по спине. Ну и теперь нам нужно сделать ее более плоской. Немножко ее отобьем. Курицу пока убираем в сторону, а нам нужно сделать для нее маринад. Берем пару хороших щепоток соли и начинаем добавлять сюда специи. Как обычно, моя любимая копченая паприка. Для курицы обязательно карри, орегано, розмарин, сушеный базилик, черный молотый перец. Перемешиваем все специи и соль. Такой сегодня у нас ароматный состав специй будет. Далее возвращаем нашу курочку и тщательно начинаем обмазывать ее специями. Перевернули и то же самое делаем с другой стороны. Перекладываем ее на поднос, высыпаем оставшиеся специи. Даем нашей курице промариноваться буквально полчаса, а этим временем мы отправляемся разжигать мангал. Ну и пока наши угли разгораются, мы подготовим следующий ингредиент и сейчас займемся сыром. Натираем сыр на крупной терке. Сыр я натер, теперь сюда добавляем 3 зубочка чеснока на мелкую терку. Теперь берем небольшую часть петрушки, хорошенько ее измельчаем и отправляем к сыру. Теперь берем листья базилика. Базилик уже не летний, поэтому темнеет очень быстро. Вчера только купил, и уже листики успевают темнеть. Аромат шикарный от базилика. Также отправляем его к сыру. Теперь добавляем сюда черный молотый перец. И добавляем сюда майонез. Теперь все это хорошенько нужно перемешать. Сырная начинка наша готова. Теперь займемся соусом для нашей курицы. Для этого мы будем использовать сегодня блендер. Отрываем листья базилика. Добавляем петрушку. 3 зубочка чеснока. Сок лайма. Черный молотый перец. Соль. И оливковое масло. Оливкового масла примерно 150 грамм. Ну и все это тщательно взбиваем. Вот такой соус у нас получился. Друзья, аромат непередаваемый. Не будем терять время и продолжаем приготовление наших ингредиентов. Теперь нам нужно нарезать грибы. Грибов у нас 600 грамм. Мы их используем для начинки в лаваши. Нарезать будем довольно мелко. Примерно вот такими кусочками. Итак, друзья, грибы у нас мелко нарезаны. Одну крупную луковицу я тоже мелко нарезал. Теперь мы быстренько это все обжарим на нашей сковороде, на растительном масле. Сковорода уже нагрелась. Наливаем совсем чуть-чуть растительного масла и отправляем сюда лук.
Обжарим буквально пару минут лук. Прошло у нас пару минут, и отправляем в сковороду грибы. Ну а грибов у нас, что-то я смотрю, очень много. А пойдем-ка мы пожарим это все побыстрее на углях, на огне. Выключаем нашу печь и идем на мангал. Вот, друзья, здесь у нас дела пойдут повеселей. Сразу все зашкварчало. Сейчас мы быстренько пожарим грибы и лучок. Это мы делаем, как я и говорил, начинку для наших будущих лавашей. Грибы у нас начинают золотиться. В этот момент нужно их подсолить и добавить черный молотый перец. Ну что, друзья, все наши ингредиенты подготовлены. Костер догорает, угли почти готовы. Остался у нас последний момент. Это нам нужно начинить сыром курицу. Давайте посмотрим, как мы это будем делать. Теперь мы берем там, где грудка, пальцами залазим под шкуру, делаем вот такой кармашек с одной стороны и также делаем с другой стороны. И два кармашка сделаем вот здесь в бедрах. И теперь эти кармашки мы будем начинять сыром. Немножко его примнем и начинаем трамбовать под кожу курицы. И также теперь начиняем бедрышки. Смяли сыр и отправляем его под кожу. Ну что, остался у нас последний ингредиент — собрать наши лавашики. Вот такие у нас огромные лаваши. И вот такой большой лаваш мы будем разрезать на три части. Ну и теперь начинаем начинять наши лаваши. Отправляем сюда сыр. И сразу добавляем сюда обжаренные грибы. И все это закручиваем. Друзья, угли наши готовы. Большую часть углей я убрал, потому что курица будет готовиться долго. Угля пока по минимуму, чтобы она у нас томилась, курица. Отправляем ее на решетку. И отправляем нашу курицу на мангал. В первую очередь будем обжаривать низ курицы, чтобы сыр не расплавился и не успел вытечь из нее. Друзья, ну а у нас прошло 30 минут. Вот такая красавица у нас получилась. Абсолютно нигде не подгорела, сочная. Ну и осталось нам быстренько поджарить лаваши. Курицу пока в сторонку. Ну что, друзья, день наших стараний подошел к концу. И вот он итог, мой любимый момент — дегустация. Быстренько, пока не стемнело, будем дегустировать эту красоту. Конечно же, начнем с курицы. Хрустящий лавашек пока в сторону. Смотрим, что же у нас тут получилось. Ну, естественно, курица полностью прожарилась. Сок видно, как течет с нее. Теперь разрезаем лаваш. Ох, какой хруст!
Ох, какая тут красота у нас. Сыр, грибочки. Что мы делаем дальше? Поливаем на курицу соус. И быстренько дегустируем. Друзья, это просто бомба. Даже грудка, она очень сочная. Пробуем лаваш. Это просто супер. Остановите меня, пожалуйста. Ребята, вы просто обязаны повторить такой рецепт. Я уверен, это наверняка вам понравится. Курица просто сочнейшая. Букет этих приправ сделал свое дело, плюс начиненное сыром. Лавашики тут тоже без всяких вопросов. Ну и соус тоже сыграл большую роль. Он очень подходит к куриному мясу. Поэтому обязательно пробуйте такой же рецепт. Если понравится, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока, друзья.